Откуда у Лёки часы, Маш? Скорее всего, сама подарила. Маш любит Лёку, как ни странно. А зачем они ему? Они же не ходят. Лёка часовщик, да? Нет, Лёка философ. Он хочет повернуть время вспять. Но это же невозможно. Полина? 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 Полина, ты что, уснула? Ой, извините, пожалуйста. Можем, готово. Приготовились, тишина. Начали. Добрый день. Мы вновь в студии женского ток-шоу «Мой идеал». Я Полина Кирсанова. И сегодня мужчину мечты нам поможет найти известный психоаналитик, автор книги «Притягиваем успех» Валентин Урожаев. Встречайте. Итак, Валентин, скажите, как же все-таки притянуть успех? Добрый день. Благодарю вас, Полина, но боюсь, что вы лукавите. Вам ли не знать? Известная журналистка, популярная телеведущая, автор бестселлеров. Вот видите, вы улыбаетесь. Перед вами, друзья, живой пример волшебной силы комплимента. Пожалуй, сегодня с него и начнем. А скажите, Полина, в повседневной жизни вы часто слышите комплименты? Полина. Полина? Полина, что с тобой сегодня? Полина, ау! Давайте 10 минут перерыв. Перерыв 10 минут. Спасибо. Извините, никто пожалуйста. Не расходится. Кому? Что? Не знаю. Я не знаю тоже. Нам бы тоже. Последний раз я выйти. По-моему, лучше собирать монетки. От них есть польза, и они красивее. Нравится? Угу. Тогда дарю. На память. Ты ведь завтра уезжаешь. Полина. Что случилось? Слушай, что-то у меня голова разболелась. Это, наверное, от недосыпа. Ты как врач должен разбираться. Ну, сейчас я не врач, а опытный зритель популярного ток-шоу. И мой самый верный поклонник. Спасибо. Все-таки решила поехать. Слушай, ты не знаешь, где мои таблетки? Полина, там... Что это? Я думал, после записи программы, типа сюрприз. В общем, выходи за меня. Наденешь? Сейчас я... Я не могу, я снималась без кольца. Это значит нет? Это означает, что мне нужно подумать. Сколько? 2 года было мало? Андрей, ну пожалуйста, дай мне еще времени. Ну хотя бы пока я буду у бабушки. Ты ведь не за наследством туда едешь. В телеграмме сказано, что приглашены все. И ты знаешь, что встретишь его там, так? Полина! Полина! Андрей, прости, меня ждут. Бывали здесь раньше? Лет 20 назад, если это считается. Ну, теперь-то все изменилось. Посмотрим. Спасибо. Не за что. Хорошо вам отдохнуть.
Как же мы тебя тогда называли? Белка! Ничего себе, а! Такая, как в телеке. Ну, только еще лучше. А я шила. Вспомнила. Привет. Привет. Ну что, готова? А все уже собрались? Теперь да. Почти. Я помогу? Пойдем, мы тебя заждались. Где ты была, а? Па-па-па-пам! Это Белка. Ростик. Это Ростик. Еще один твой архангельский брательник. Может он тебя потрогать? Я думаю, да. Можешь ее потрогать. Да как? Осталось раздать стеклянные бусы аборигенам, чтобы счастливить Привет. Их окончательно. Привет. Маш. А Маш, как обычно, не в духе. Полин, не обращай внимания. Здравствуй, Маш. Прямиком из Монако, детка? Ну или где там проводят время гламурные писаки? За рабочим столом 12 часов кряду. С перерывом на короткий сон. Ай-яй-яй. Хуже только на китайской птицефабрике. Как бы тебе не надорваться, бедняжки. Я держусь. Угу. Возьми. Спасибо. Миш, привет. Интересный журнал? Смотря кому. В смысле? Спасибо. В смысле, не глянцевый. Как здорово, что ты приехал. У нас девчонки в отделе ни одной твоей статьи не пропускают. Я все твои передачи видел. Ты хорошо держишься. И без автографа я отсюда не уеду. Ученик. Да, мне тоже нужен автограф, если можно. Конечно, надо же, какой ажиотаж. А может, нам тоже встать в очередь за автографами, пока она не растянулась до Владивостока? Мне даже страшно представить, что начнется, когда приедет Сережа. Ростик, что там? А когда он приедет? Проконсультируйся у Таты. Они, как ни странно, общались в интернете. Или у дурачка спроси. Ну, правда, он все время путает время, да? Ты Лёку имеешь в виду? Не только. Остальные умело маскируются. И чё? А если так? Так Лёка тоже здесь? Ну, это ненадолго. Маш, ну ты чё, а? Ясно ведь, что Сережа его не бросит. Конечно. Определит в дурдом с бассейном и барной стойкой. Это же очевидно. Караоке. Что? Караоке забыл. А-а-а. Барная стойка, бассейн и караоке. Я тебя провожу. Не надо, я сама. А ты где хочешь поселиться? В Шкиперской. Она свободна? Да. А ты дорогу-то помнишь? Найду. Аля? Тата. Правда, тата. Точно дорогу помню? Найду. Прости, что сразу тебя не узнала. Да не за что извиняться. Когда мы виделись последний раз, мне было 8. Черное и белое не носить, да и нет, не говорить. Ты никогда не проигрывала. А ты дружила с Сережей.
Скажи, ты видела его после того августа? Здесь никто никого не видел. После того августа. Странно, правда? А ведь все братья и сестры. Двоюродные. Так что можешь особо не сокрушаться по этому поводу. А ты по-прежнему живешь в Глазове? Я все так же живу в Глазове. Все так же занимаюсь промышленным дизайном. Не замужем. С последним бойфрендом рассталась полгода назад, но это так, чтобы покончить с формальностями. Я так понимаю, что дальше мой ход? Ты здесь вторая по величине фигура и популярности после Сережи. Все только о вас и говорят. А ты не знаешь, когда он приедет? Если приедет. Бабкино наследство ему и даром не надо. Я астронавт Нил Армстронг. А я Полина. Та самая Полина, которая приплыла сюда на лодке с острова Хансю? Нет, я из Питера. На поезде приехала. Точно. Только Полина тебе никак не годится. Я буду называть тебя Белкой. Почему? Потому. Я не Белка. И вообще, это моя комната. Ой, ты Белка, и эта комната моя. Ты приехала сюда раньше, поэтому бабушка отдала ее тебе. А мне теперь придется ночевать на чердаке. Я возьму книги и уйду. Ясно? Ясно. Лёка. А я Белка. Ты помнишь Белку? Прости, пожалуйста, что я не смогла приехать на похороны бабушки, меня не отпустили со съемок. Садись. Садись, садись. Лёка, Лёка, не сердится. Очень скучаешь по бабуле. Лёка скучает. Очень. Лёке грустно. Я тебя понимаю. Ты один был на похоронах бабушки. Никто не приехал. Был еще человек. Ну, конечно, Сережа. А он скоро приедет. Лёка... ждет Сережу очень давно. Давно? Но бабушка умерла месяц назад. Я же ничего не путаю, Лёка. Лёка устал. Лёка устал.
абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Андрей Петрович. Андрей Петрович. Андрей Петрович. Да. Для операции все готово. Вас ждут. Иду. Спасибо. Чертям всю эту рухлядь. Во-во-во, точно. Будем сидеть на полу, жрать хавчик руками. И пить из одного стакана, и потом узнаем, кто о чем думает. Я тебе без стакана скажу. Черт вас сюда принес, родственнички. Пропадите вы все пропадом. А если так окажется, что эту развалюху бабуля завещала именно тебе? Чего тут гадать, а? Вот, послезавтра узнаем то, что получится. Удивительное дело. 20 лет никто из вас сюда и носа не показывал. Но стоило бабке загнуться, как все слетелись до единого. Ну, первыми-то прилетели вы с Мишем. Да. А вы ее не очень-то любили, да? Старуху-то? Да мы ее терпеть не могли. Такие шмодряные людишки. Да, Микель? Само собой. Надеюсь, бабуля помнила об этом, когда писала завещание. Так, ну, может, хватит уже лаяться, а? Хотя бы один вечер можно провести спокойно, по-родственному. Иди сюда. Ага. Ну. Так и думала, что их забуду. Ага. Приветики. Привет. Привет. Я Алька. А это брат Гулька, помнишь? Да я... А, да. Меня давно так никто не зовет. Привет. Я Никита. Никита, привет. Он жирный тогда был. Да что ты начинаешь? Ну, хорошо, толстый. Я тебе сказал, не начинай. Ну, хорошо, сейчас красавец вообще. Ну, вот это другое дело. Слушай, мы читаем твою книгу. Это так круто. Ты такая талантливая, Полиночка. Спасибо. Подпиши, пожалуйста. Ой, ну... Пожалуйста. Ладно, давай. Так. А кино, кстати, по ней будут снимать? Не знаю, возможно. Это же просто супер! Ты имей меня в виду, потому что я актриса, а Никита, он режиссер мега крутой. Я вообще-то помощник режиссера. Пока. Ну, в общем, я могу какую-нибудь там не главную роль сыграть, но и с главной ролью тоже хорошо справлюсь. Вот он знает. Да, Никит? Ты не приставай к человеку пока, ладно? А чё такого-то? Кстати, как тебе остальные-то? По мне, это сборище просто лузеров. Маш? Маш, алкоголичка. Другие вообще не лучше. Если б не бабкино наследство, мы бы тут и часа не продержались. Чёрт, не густо. Когда успели все вылакать? Ну что, пень с глазами, скоро упекут тебя в психушку. Только моли Бога, чтоб нашли дурдом поприличнее. А что у тебя там? Бабкины цацки? Ну-ка, показывай. Идиот. Чертов. Добрый вечер. Ничего не перепутали, детишки? Оскар выдают не здесь.
Да, здесь с утра до вечера заливают глотки дешевым пойлом. Да? Ну так, если хочешь, сгоняй за дорогим. Да пошла ты. А кто это придумал? Тот, кто ничего не забыл. А по-моему, прекрасно. Смотри. Все вот как было. Только не хватает манной каши и компота. И пса, 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 пса. Не хватает нашего пса, как его звали. Наша собака. А, сейчас, сейчас, сейчас. Дружок. Не-не-не. Какой дружок? Ну а как? Да. Ну какой дружок? Ну а как? Творожок? Нет, ну... Стежок! Точно, вспомнил. Все, он давно сдох! Хватит быть сентиментальными идиотами. Бабуля. Здесь, здесь сидит бабуля. Ну так, может, пригласим старушку? Ты сходи за ней. Сходи. Грибков? Нет, спасибо. Спасибо. На твоем месте я бы не так усиленно качала права, Маш. А мне нравится мое место. Очень удобно. Ты здесь не хозяйка. Ну, поживем и видим. Да. Ну, кто начнет? Я. Начну я. Водка, водка, огуречек. А ты спился, человечек. Ну, понятно. Значит, начну я. Я понял. Хорошо. А, я предлагаю выпить за встречу. Все-таки целую жизнь не виделись. А, лично я очень рад. Еще бы не радоваться. Бабка наконец окочурилась. И что-то можно поиметь, это я считаю. Я очень рад вас всех видеть. Да, ну, по-моему, надо чаще встречаться. Да, давайте. Давайте. До тебя только дошло. А я и раньше так думал. Да? А бабке ты не думал? Как она тут жила? С больным сердцем, тромбозом и дураком на шее. Что ж ты раньше ты не заглянул? Ну, жизнь так сложилась. Да? Да-да. А у других? Тоже? Дай старуха попробуй. Лучше всех нас жила. Угу. Сережа ей бабло подбрасывал постоянно. Бабло, говоришь? Да. А мебелюшка-то на ладан дышит. А что? Часто бывает такое. Вот человек живет, он с хлеба на воду перебивается. Да, да, да. А да. Потом вот так бац, и под матрасом миллион баксов находит, да? А ты не все матрасы тут еще перетрясла. Никита, скажи, чтобы она заткнулась. Слушай, ты достала. Иди проспись и не порть вечер другим. Микель, где наш фотоаппарат? Наверху. А принеси. Сделаем групповое фото. Стервятники слетелись на дележку. Да нет, я ничего против не имею. Просто не нужно строить из себя святош. Никто здесь никого из себя не строит. Просто мы все имеем полное право по закону на это наследство. Это так... Ну, это так цивилизованно, вот. Вы смотрите, кто разговорился. Третья подползающая в массовке. Заслуженная артистка эпизода. У меня еще все впереди, в отличие от некоторых. Ну вот. Ну вот, пожалуйста. Началось в колхозе утро. Может быть, ты их успокоишь? Скажи что-нибудь, тебя послушают. Ты все-таки как-то знаменитость. Я здесь не в качестве знаменитости. Забыли, ладно? Я тебя прошу. Все. Никит, смотри. Я тебя прошу. Я просто Белка, это твоя сестра. А, хорошо. Молчу. Жду тебя сегодня в 7 вечера в конце аллеи возле старой яблони. Приходи, очень жду. Это дурацкий прикол. А это тебе. Здесь буква А стоит. А дальше-то что? А, точка, и все. Восемь? Да, сестренка, опоздала ты на свидание. Дай мне это. Кто это писал? Ну, если кто-то думает, что может нас выкурить отсюда этими дешевыми трюками, глубоко заблуждается. Мне только кажется, или у кого-то задница загорелась. Дрянь. Ты все подстроила. Ой, дрянь. Я, может, и дрянь. Да. Только не убийца.
Все еще хочешь знать, почему мы не приезжали? Выходи. Все время забываю, как тебя зовут. А впрочем, не важно. Для кого не важно? Для меня, разумеется. Это Белка. Я почему-то так и подумала. Для тебя я не Белка. У меня есть имя. Иди занимайся своими делами. Собирай ракушки, лови стрекоз. А ко взрослым не лезь. Это совет. Аста, перестань. Белка. Белка! Так и знала, что сбежишь оттуда. Ну что, показательные выступления уже закончились? Похоже, еще не начинались. Ну да, финал послезавтра, когда приедет нотариус. Тогда-то всех и увидим во всей красе. Кстати, если ты думаешь, что это я подложила записку, ну не знаю, там, чтобы побесить Маш. Так вот, я этого не делала. Я знаю, знаю. Я тебе верю. Не веришь? Но ты и не обязана. Что это? Нашла это вчера вечером у себя под подушкой. Пустой? Последняя страница. Стой! Да постой ты! Я знаю, о чем ты подумала, но это не Аста. Да на, посмотри ты повнимательней. Это Алька. Но? Но она же жива. Что за чертовщина? Предупреждение. Предупреждение? Ну, типа, давайте валите всего на то. Иначе что? Ну, не знаю. Случится то, что случилось с Астой. Прости, что напоминаю. Я никогда не забывала об этом. Сочувствую. Ты же помнишь условия? Наследство получит тот, кто присутствовал при оглашении завещания. Как говорится, меньше народу, больше кислороду. Ну что за глупости? А по-моему, не глупости. Участок земли в курортной зоне. Слушай, нужно спросить Альку об этой фотографии. Может, она объяснит, зачем? Что это такое? А если это не она подбросила? Ну а кто тогда? Да кто? Да кто угодно. Та еще семейка. А мне, значит, ты доверяешь? Простая логика, Белка. Да ты приехала только сегодня. Ты бы просто не успела мне подбросить фотографию. Да, кстати, у тебя же все в порядке. Ну, в отличие от здешних нищебродов. Слушай. Кстати, если что, я тоже нищебродка. Осторожно. Подожди, ты забыла альбом. Оставь себе на память.
Прости, пожалуйста. Я случайно. А ты почему живешь на чердаке? Дом мертвый. Бабули нет, дом мертвый. Лёка не любит мертвое. Мы не хотим тебе зла. Слышишь? Ложись сюда, ложись. Не стоило тебе так надираться. Не твое дело. Просто не могу смотреть на эту шубу трезвыми глазами. Просто поспи. А ты? Я с тобой посижу. Врешь. Пойдешь лизать задницу писаки. Она ж тебе нравится. Ты не в себе. Нравится, нравится. И чухонка нравилась. Ты думаешь, я забыла? Записочка-то твоя старая. Рукописи не горят. Все, тихо, пошли. Спи. Маш, злая. Не такая, как раньше. Нет, она всегда была такой. Ты просто не помнишь. Маша, она, наверное, не очень счастливая. А скажи, Сережа приезжал к бабушке? Да. Сережа любит бабулю и Лёку. А он вспоминал обо мне? Хотя бы иногда вспоминал про свою белку. Сережа любит белку. Он тебе говорил? Лёка все видит. Лёке не надо говорить. Ты хороший. Спасибо тебе. А почему ты не дал ей в рожу? Кому я должен был дать в рожу? Этой убогой тапке. Твою сестру оскорбляет всякая шваль, а ты язык в задницу засунул. Опять ты про задницу. Да потому что тебе нравится задница. Потому что ты всю жизнь в ней живешь. Аниматор в отеле. Или где-то там посуду мыл, я что-то запамятовала. Во Франкфурте, на Майне или на Одере? На Майне. Кто тебя оттуда вытащил? Я тебе благодарен. Этого недостаточно. Я хочу знать, ты со мной? Ты же знаешь... Я хочу услышать еще раз. С тобой всегда. Всегда. Что бы ни произошло. Да. Мы больше никогда не будем ни в чем нуждаться. Я тебе обещаю, чего бы мне это ни стоило. Я не пьяна. Просто я никогда ничего не забываю. Ну. Смерть – ужасно неудобная штука, правда?
Как гвоздь в ботинке. Только и думаешь, как бы поскорее от него избавиться. От чего? От гвоздя или от ботинка? От дурных мыслей. Никто ничего не помнит. Но комнату Асты все точно сговорились не занимать. А ведь это лучшая комната в доме. Да. Ей всегда все доставалось самое лучшее. Белые волосы, зеленые глаза. Все, что осталось в памяти, какая она была? Она была красивая. Немного надменная. Но это ее не портило. Портило. Да, портило. Она постоянно дерзила бабульку, да? Она всем дерзила. А еще у нее был парень. Москвич на красном мотоцикле. Белые волосы, красный мотоцикл. Красиво. Кое-кого это страшно злило. Маш. Да. Они были врагами. Смертельными. Ростик, пошли. Стежок. Арбуз. Почему Лёка не принес? Я хочу тебе его. На, ешь. Итак, сегодня я... Иди гуляй. Получила письмо. Никому не интересно, что в нем. Никому. Можешь засунуть его себе в задницу. Ну и напрасно. На твоем месте, Мари, я бы очень заинтересовалась. С чего бы? Потому что оно о тебе. Любопытно, да? Нисколечки. Мне порвать его? Как хочешь. Но я-то знаю... Что в этом письме? Зеленые глаза, светлые волосы. Они чем-то похожи. С Астой. Ну... А эта фотография? Мне кажется, не к добру. Хватит страшилок на сегодня. Оп, отними. Оп-оп. Вилка! Оп-оп. А ну-ка отдай! Отдай! Оп! Оп! А ты? Почему не приезжала сюда все эти годы? А? Не знаю, не получалось. А потом бабушка не особенно меня любила. Она никого не любила. Потому что она была плохой человек. Хуже, чем мать. А мы не имеем права ее осуждать. Не можем ее осуждать. Я... Вот именно так всегда говорил мой отец. До самой смерти. И мой тоже. Мы не можем осуждать ту, которая пережила всех своих детей. Я тебе уверяю, она этого даже не заметила. Главное, чтобы с ней был рядом здесь дурачок и Сережа. О, ты жестокая. Оп. Оп. Обыкновенная. Белка. Поймала. Откуда у тебя это? Нил подарил. Бельч, привет. Нил, я с тобой. Тогда догоняй. Давай потом поиграем. Ну что, сегодня уезжаешь? Вещи уже собрала. Я хотела с тобой дружить. Я тоже хотела с тобой дружить. Нет. Тогда был Сережа. Один сплошной Сережа. Эй, отдай! Отдай, отдай! Отдай! Mm.